Соревнования проходили в трех возрастных категориях. Давиду Арутюняну 10 лет, занимается кикбоксингом 4 года. На тренировке его привел отец. Он и сам когда-то увлекался единоборствами. Для Давида это уже 15-е по счету соревнование. И в этом турнире он взял первое место. Это спорт, и твой организм все сильнее и сильнее. 22 анапских спортсмена стали обладателями медалей разного достоинства. 7 анапчан завоевали золото, 5 серебро, а 10 кикбоксеров взяли бронзу. Победители соревнований войдут в сборную Краснодарского края, которая представит Кубань на первенстве России в Москве. У наших ребят очень хорошие шансы. Мы также отобрали у нас 6 человек на первенство России.